На улицах города должно быть безопасно и комфортно. Так приятные перемены произошли у дома 14, корпус 1 по улице Радищева. Здесь в рамках национального проекта благоустроили территорию. Долгое время жильцы этого дома по улице Радищева не могли нормально передвигаться. Большая лестница была практически разрушена. Проезжая и пешеходная часть тоже нуждались в ремонте. Благодаря работе федеральной программы формирования комфортной городской среды ситуацию удалось переломить. На самом деле территория здесь не настолько большая, но в виде результата работ понимаем, что работы действительно были проведены очень серьезные и колоссальные, связанные с наличием скального грунта. И на сегодня мы видим, что двор стал пусть небольшим, но очень уютным. Провели работу с освещением, поставили дополнительные опоры наружного освещения. Отметим, что в рамках нацпроекта завершены 4 из 9 объектов, которые запланированы к ремонту в этом году. 5 мест находятся в высокой степени готовности. Но это не все перемены в жизни города. Это инициированные губернатором Мурманской области Андреем Владимировичем Чибисом «План на севере жить». Это ямочный ремонт дворов, очень важная история. Это финансирование на город Мурманск выделено 200 миллионов рублей. Под эти деньги законтрактовали 335 дворовых территорий. Эта ремонтная кампания движется также очень хорошими темпами. А возвращаясь к теме ремонта двора на Радищева, нельзя не отметить, что помимо долгожданного ремонта территории, теперь здесь благоустроена и небольшая зона отдыха.